Протяженность канала небольшая, чуть более километра. Название связано с именем строителя, подрядчика Семена Крупина. В конце 18 века берега были в стране, и тогда же была установлена решетка на набережной. Единственное, что выглядит здание, которое мы видим с левой стороны, говорит о том, что в основе проекта при строительстве крупных домов лежал общий типовой проект. Для нас же памятник дом под номером.